Друзья, Дом культуры на Вишняковской, Москва, приглашает на концерт автора-исполнителя, композитора, поэта Евгения Полянского. Снег, снег, сизая московская судьба. Бег, бег, суета с утра и до утра. Жаркими ночами я не вижу край. И не отличить снега так я. Ведь позади сто жизней, сто дорог. И шепот губ донес лепи. Она одна на этот мир. Храни ее мой свет, храни мой Бог. 25 марта. Дом культуры на Вишняковской ждет друзей. Евгений Полянский в программе «Московских улиц. Городской романс». 25 марта, 18.00. Дом культуры на Вишняковской. Город Москва. Вишняковская, 12D.